Добрий день, з вами проєкт «Вільна камера». Цього разу ми поцікавилися мешканцям нашого району, як вони рятуються від депресії під час кризи. Ну, на мені криза не позначилася, то що заробітну плату нам поки що дають вчасно. Намагаюсь там менше всього купляти. Там, наприклад, сухарики взагалі вже не купляю, тому що вони шкідливі для здоров'я, не їм нічого. Наприклад, семечки не лускаю. Ну, там красителів не п'ю, миргородську воду. Нормально. Ну, як, гуляюся звуком, роботою. Що б могли порадити іншим людям? Не впадати в паніку. Нормально все вести, як вів. Наша криза і не существувала. Просто проводити досуг з дітьми, з внуками, роботати. Нормально віддихати і все. Деньги зарабатывай. Больше никак. Нужно работать. Иначе не будет никакой толчка, никакого прогресса не будет. Надо работать. Это все зависит от работы. От нашего правительства. Как оно себя поведет. Повлияло на меня. На 200 гривен уменьшили зарплату. В принципе, у нас сейчас кризис так не чувствуется пока. Пока в основном будет. Будем ждать, что не будет. Во-первых, об этом не думаю. Во-вторых, чувство юмора не теряю. А в-третьих, я всегда стараюсь быть среди людей. И им поднимаю настроение, и этим себе подпитываю энергию. Ну, да, доброжелательную имею в виду. Вот и все. Ну, мені здається, просто не брати нічого такого в голову, ніяку депрі, ніяку кризу, нічого. Не думати про таке. Ну, не знаю, в мене такого немає. Переживай. Ну и хорошо, что я еще пока работаю. А на пенсии это вообще гоплейк. Я не чувствую кризиса. На нас он не отразился. Слава Богу. Выстаиваем. Нормально. Что поможете иншим людям? Держаться и не падать в панику. Просто с ребенком хожу гулять на улице. Господи, да день прожила, слава Богу. Господь дає здоров'я, дає. Без куска хліба, поки не сидимо, да і слава Богу. Хай переживають ті, в кого там капітали. У раді хай переживають, але нема що пенсіонерам переживати. Як ви боретесь з депресією во время кризису? От іду гуляти на Дніпр. Имеем дачу, значить, подсобне хазяйство, ну як хазяйство? Овочі, фрукти, таке все своє. Пенсію дають вовремя, ну далі ми не знаємо, що буде. Но пока еще относительно нормально. Я считаю, что по большому счету не надо себя настраивать на то, что как бы кризис, он есть кризис. Вообще такое слово надо выбросить из лексикона. Ну, не знаю, побольше солнца, в конце концов, весеннего настроения. Ну, надо чуть экономить, учиться, по крайней мере, учиться. Нормально пока, пока не обижаемся. Слава Богу, пенсии платят. Что дальше будет, не знаю. Слава Богу, я не ощущаю кризиса. А депрессии нет и кризиса нет? Лучше всего, когда есть какое-то увлечение, либо работа, то есть особенно творческое. А если маленький ребенок, это депрессии совершенно никак не подлежит. Стараюсь не думать об этом кризисе, это во-первых. Во-вторых, хожу на работу. Как вы боретесь с депрессией во время кризиса? Просто сприйматься, как, ну реально, что ж, и все, вот то так сприймаете. У меня депрессии нет, у меня есть работа, ну более-менее, поэтому... У меня абсолютно нет никакой депрессии. Депрессия – это все как бы относительно. Просто смотреть по-другому на вещи, вот и все. Желали другим людям? Изменить свое отношение и вынести с этого кризиса самое такое, ну, много положительных вещей он может дать, я так думаю. Хочется, чтобы мы жили лучше, чтобы все было у нас краще, чтобы дітки ці росли, чтобы садики нам надо, садика у нас немає, чтобы материально было, чтобы здоровье было, чтобы люди улыбались, радили життю. Как вы боретесь с депрессией во время кризиса? Никак не борюсь, нет. Більшість відповідей людей свідчить про те, що навіть за скрутних економічних умов депресія нашим мешканцям не загрожує. З вами була Марина Кочкіна та проект «Вільна камера».